поставьте лайк под это видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Привет! Сегодня я для тебя посчитал все примадлемы за обновление 3.1. И поверь, там есть на что посмотреть. С тебя мне нужен только лайк и подписка, а мы погнали! За три ивента нам дадут 1260 примадлемов, а за главный ивент в Мандштаде мы получим 1000 примадлемов. Тестовые забеги Сайна, Венти, Нилу и Альведа в сумме дадут еще 80 примадлемов. За технические работы в ночь перед новой версией нам дадут 600 примадлемов. На годовщину, как известно, нам дадут 1600 примадлемов и 10 ивентовых круток за ежедневный вход в игру в течение 7 дней. Как ты знаешь, обновление сокращено на неделю, поэтому за ежедневные задания мы получим 2100 примадлемов. Бездна. За патч 3.1 успеет обновиться аж 3 раза, что позволит тебе забрать 1800 примадлемов за полное ее закрытие последних 4 этажей. Зачистка пустыни, прокачка древа, повышение репутации, а также прохождение сюжета и нахождение сундуков в сумме тебе даст около 5000 примадлемов. Магазин Пайман успеет обновиться 2 раза, и в нем можно будет купить 10 ивентовых круток. Про веб-ивенты тоже не забывай, 200 примадлемов будут твои. Промокоды со следующего стрима разработчиков принесут 300 примадлемов, а чтобы не пропустить ни один промокод, подписывайся на мой телеграм. Ну и конечно ежедневные отметки в хайлап, 60 примадлемов будут твои. Сегодня я хочу тебе порекомендовать магазин с кристаллами Genshin Drop, ведь именно тут луна стоит всего лишь 360 рублей. Тем более сейчас трудно задонатить в игры, а здесь любым удобным для тебя способом, ссылку ты найдешь в описании. Фри-то-плей игроки в этом обновлении смогут получить 12480 примадлемов, а с бездной выходит 14280. Остальное ты видишь на экране. Не забывай подписываться на канал и телеграм, чтобы не пропустить свежие новости по Геншин Импакту. Всех люблю, пока!